И всем салютик, ребятки, вы на канале Кексович, и с вами Руди. И у нас наконец-таки появились новые, классные, крутые волосы бесплатно в свой Roblox инвентарь. Они просто как донаторские, посмотрите. После небольшой рекламы все расскажу, как их получить. Пристань робоксов, сайт, где прямо сейчас ты можешь купить робоксы по лучшему курсу. 1 рубль, 2 робокса. Но очень важно запомнить, что у них изменилась ссылка на сайт. И теперь это robuxpeer.io. А кто не знал, в своем дискорд-канале они бесплатно раздают робоксы для всех. Все подробнее вы можете узнать, перейдя по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Итак, друзья, вот этот самый ивент, где мы будем получать волосы. Посмотрите, вот бейджик с волосами появился. И пока здесь нету цифры 0, эти волосы можно будет получить. Итак, друзья, я нахожусь в этой карте. У нас должен появиться справа вот такой вот значок, что появился новый предмет, и нам нужно его найти на карте. Ребят, как только вы найдете этот предмет, вы получите волосы. Ну, как знаете, на общем сервере очень много людей, и это сложно сделать. Поэтому нам тут дают подсказку. Как только появляется это оповещение, мы должны нажать на значок внизу. Появляется вот такой черный кружок, и он нам дает подсказку. Смотрите, этот кружочек пищит, и когда я приближаюсь к нужному предмету, этот кружок начинает пищать чаще. И вот тут, как вы видите, я нашла вот такую вот зверушку. Я на него нажимаю, и мне дают бейджик. Это значит, что волосы в моем инвентаре. Может быть, пингвинчик, белочка, все что угодно. Нужно, конечно, очень быстро находить этого зверька, потому что кто-то может найти его первым, а поскольку людей много на сервере, его быстро очень находят и забирают. И тогда вам снова нужно ждать оповещения справа о том, что появился новый зверек и нужно его искать. Когда этот черный кружочек, который пищит, исчезает, это значит, что уже забрали зверька, который появился. Ну что ж, друзья, я желаю всем огромнейшей удачи в получении этих самых волос. Не забывайте поставить лайкосик, мне будет очень приятно, и подписаться, кто еще не подписан. А с вами была ваша Руди. Всем пока-пока!